В данном случае он показал свое высокое реноме и стал первым в квалификации. Второе место. Максим Багель, 24.03. Третье место. Неожиданно занял человек, пока сегодня участвующий уже как бы второй сезон, но тем не менее до сих пор пока размер не есть. Игорь Корнейчук. Молодой спортсмен, но, как видите, третье место в квалификации. Это уже сюрприз. Знаете, готовы. Достаточно расслабленный, подъезжает тенис, спокойно проходит поворот. Главное, не слишком расслабиться. Да. Он может поставить на рекламу. Два километра. Одно все. Два Макина. И ни одного. Thank you.
Украина набирает одного очко за чёрное. Вместе удержать Евсеев, а там лучше всем быть. Выправляем вот такой хороший. Пока что
Александр Достоевский уверенно чувствовался на первой позиции. Проблема у нас.
Украины в Украине делает немцы. Борьба продолжается. Я не знаю, что это не поможет. Но ты не
Андрей Рассапенко, который финишует в первом единственном залезе, финишует 101 метров. Ну, а третий на сайте, Жаржаги, что не придал никто. Потому как забор все-таки помешал проехать дальше, но слишком широко. Let's go!
можем вступить на входе по и попытаться сделать это по всей стране, в Башкирии, в Башкирии.